Добрый день, друзья. Недавно мне обратился из моих подписчиков, звать Самвель, попросил придумать схему, чтобы можно было LED-лампы подключить к Arduino без реле. У него там на выходе релёшки стоят, и хотел, чтобы вот это поменять реле на, ну, на другую схему, чтобы без реле включался. Я придумал схему, вот это у меня есть такое управление мощной нагрузки постоянного тока. Такое есть, придумал эту схему, как подключить, потом вот эти сделал модули, две модули эти для управления. И я хотел сначала посмотреть вот видео, у него вот в квартире он сделал как бы освещение при помощи Arduino, как включается, я сейчас покажу и посмотрите потом дальше. Так, вот это у него, вот освещение так сделано на Arduino Mega, 16 реле на выходе стоит и управляет освещением. Но у него вот только включается все это. Я думал немножко усложнять вот эту схему, немножко по-другому делать. И на основе этого дальше продолжать работы для управления освещением комнаты при помощи Arduino. Вот такое несколько делать видео по-разному, там разные сценарии, чтобы были. И первоначально вот это у него, что было, у него как бы включается по очередности по 700 миллисекунд между вот этими включенными лампами. Я немножко усложнил эту, его можно и включить, и выключить по очередности. Я видео взял, посмотрите видео. Итак, друзья, на столе вы видите макет, макет схемы освещения комнаты. Взял макет. То есть 16, там в комнате для освещения будет использоваться 16 ламп, LED-лампы 12 вольтов вместо. Это я сейчас светодиоды подключил, это макет. Так, работает таким образом. Здесь у нас две кнопки, пуск и стоп. Когда нажимаем пуск, по очередности LED-лампы включаются. Здесь 16 LED-ламп должны быть. По очередности они включаются. Нажимаем. Между ними, между включениями 700 миллисекунд получается. Вот освещение в комнате включился. Сейчас надо выключить освещение. Выключаем. Сейчас на обратном порядке будет выключаться LED-лампы. Давайте еще раз. Так, это макет. И постепенно будем развивать вот эту тему, то есть надо будет потом как бы вот это по группам, разные сценарии вот на освещении делать. И кроме того, еще должно быть это управление с пульта, как бы, или с смартфона можно. Ну, посмотрим это по времени, посмотрим, если интересно будет, будем продолжать работу. И еще этот
яркость ламп должны регулироваться. Сейчас вот это включено цифровыми выходами Arduino Mega. И там вот такие эти должны стоять. Вот я собрал, у меня в одном из видео есть вот для управления LED-лампами 12-вольтовыми с мощным полевым транзистором. Отсюда питание подключается, отсюда лампа включается, отсюда питание, а отсюда на управление. Вот вместо этих, вот отсюда будем включать 12 штук для освещения комнаты. Вот надо будет таких, и поочередно будет включаться. А потом будем посмотреть, как их можно будет управлять, как бы регулировать еще по свету. Ну, посмотрим, время покажет. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо за внимание. Так, сначала скажу, что я там оговорился, вместо 12 надо 16. Это часто со мной бывает, когда запись идет, и то ли забываешь, то ли волнуешься, я не знаю, иногда что-то не так говорю. Но я думаю, всем понятно. Итак, как эту задачу решать, вот чтобы так поочередно включался, выключался, сейчас вам расскажу и на FL Pro покажу, как это все программировал. Так, для начала, вот посмотрите. GeekTimers.ru. Вот здесь я читал вот статью Сергея Глушенко, автора программы FL Proc, работа с аналоговыми сигналами. И здесь мне очень интересная вещь я увидел. Мне это очень понравилось. Я оттуда позаимствовал вот эту часть. Вот эту часть отсюда решил использовать в моем схеме. У него здесь получается, вот посмотрите, 10 ступеней, как бы, и от значения входного напряжения вот эта как бы шкала светодиодная включается. Если там, допустим, 0, ни один не светится. Если там 5 вольт, то 10 светодиодов. Ну, как бы все это светится. Я думал, вот этот принцип у меня использовать здесь, и отсюда взял эту часть. Без этого вот эта часть здесь добавил, до 16 штук взял. И сейчас я покажу, как это все этот настраивать, собирать, регулировать. Так, давайте сначала посмотрим для этого, что нам необходимо. Два цифровых входа. Я использовал на Меге пин 22, пин 23. Как увидели, там две кнопки, пуск и стоп. Пин 22 это пуск, 23 это стоп. Потом выходи. Это не отсюда, это надо удалить. Это с другой схемы. Сейчас удалю, это не надо. Так, теперь выходы. Вот 16 штук у меня выходы. И начиная с 53-го, вот тут обратно как-то все спутано. Ну, с 38-го до 53-й выход, вот 16 штук. Вот взял выходы, это все подключил. Вот здесь видно. Вот эта часть. Так, вот посмотрите, у Сергея Глушенко до 10, с 0 до 9 как бы было, я тут добавил до 15 у меня, как бы, ну, 16 штук получается. Эти LED-лампы, светодиоды включил на выходе, и с входа, когда цифру подаем, с 0 до 16, по очередности все это включается. Допустим, вот здесь L1 больше L2. Если здесь цифра 0 будет, здесь ничего не горит. Будет
один, допустим, здесь загорается, то есть вот уже больше нуля, это загорается, один будет, загорается это остается, потому что это больше, и так далее до 16 штук, вот так они загораются. Сейчас давайте про вот эту автоматику. Здесь, я думаю, ясно, вот это, я там не знаю, да что тут такое, во время вот видео у меня прямо компьютер. Так, тут две платы, на одном плате вот эта выходная часть взял, как бы, выходная часть взял на одном, а другой, вот эта автоматика, да, я здесь еще, да, что это такое? Так. Так. Вот здесь еще, видите, про этих переменные надо. У меня три переменные. Один integer, выход, вот который здесь был, это, вот там показал выход, вот, и два еще, это булевые, вверх и установка, уст, вверх и уст. Теперь давайте вот эту логическую схему объясню, как это работает. Вот посмотрите, здесь у меня счетчик стоит, на выходе счетчик стоит. И он, счетчик может работать и как с нуля до 16, и в обратном порядке. То есть здесь вот на этом входе, если 0, он на увеличение считает. Если единица, то на уменьшение. А у него внутри, посмотрите, вот здесь надо галочку ставить текущее значение и достижение установленного значения. Установленное значение у нас 16 стоит, то есть у нас 16 ламп. И когда импульсы поступают, и начинает вот это на выходе с нуля до 16 увеличиваться, то там это туда, и лампочки начинают загораться. Дошел до 16. А у меня установлен 16. Вот здесь на выходе, на этом, единица появляется и сбрасывает вот этот час. Давайте сначала, то здесь немножко я как бы сзади пришел. Давайте, вот что получается, когда нажимаем на кнопку «Пуск». На «Пуск» нажали, обратите внимание, что здесь инверсия стоит. На пуск нажали, здесь этот единица появляется. Через R-trig, вот течение цикла держится, здесь единица. Здесь SR-trigger стоит. Ну, SR-trigger стоит. Он состояние меняет, на выходе единица получается. На выходе единица, вот здесь OR, через OR здесь тоже единица, и генератор начинает работать. Когда здесь единица, генератор запускается. В генераторе, вот посмотрите, симметричный мультивибратор стоит 350 миллисекунд. То есть полный цикл он за 700 миллисекунд целит. Кому надо будет побольше, поменьше, вот отсюда миллисекунды поменяйте, и у вас этот будет по-другому работать. Так, вот генератор начинает импульсы задавать через R-trig, сюда счетчик начинает эти импульсы считать. И как этот импульсы 16 штук считает, вот здесь на выходе единица появляется, вот уст. Вот это у нас переменный. И здесь уст, который он сбрасывает RS-триггер. Состояние меняет. Здесь эта единица пропадает. Здесь единица нету. И генератор перестает работать. У нас там на 16 цифре останавливается. И все лампочки у нас горят. Это включенный состояние. А теперь, когда на стоп нажимаем, посмотрите, что происходит. Нажали на стоп, опять через вот это R-trig импульс пошел. Здесь тоже RS-триггер стоит.
RS-триггер стоит, триггер состояние меняет, через ОР здесь опять это начинает, вот это генератор запускается, импульсы пошли, и посмотрите, что у нас получается. У нас здесь вот этот, вот посмотрите. А, нет, я там немножко неправильно. Вот посмотрите, здесь этот, когда на увеличение идет, вот когда здесь единица, вот здесь вверху тоже единица, а здесь единица, он начинает это наверх считать как бы. А когда вот отсюда запускаем, здесь ноль получается, и он считает, на убавление считает. И здесь компаратор стоит, вот выход, это выход сюда, L1 равно L2, L2 у нас 0, если вот на выходе цифра 0 уже до нуля, вот здесь обе сравниваются, на выходе единица появляется, RS-триггер сбрасывает состояние, и этот генератор останавливает работу, и лампы вырубаются. То есть в обратном порядке начинает вот отсюда с 16 до 0 начинает считать. А здесь, ну это вам не надо, это я для проверки, чтобы это отсюда надо удалить. Ну, это сделал так для того, что вот это проверить схема, как работает на этот мониторе компорта, смотреть. Вот это не надо, отсюда удаляю, вам не надо будет. То есть вот эта схема так работает. Схема так работает. Вот эта схема. То есть вот этот скетч вместе с видео я буду вот сюда Arduino Pro, это на мой сайт, там буду, ну там буду опубликовать, вот кому интересно, можешь туда зайти, оттуда скетч, вот FL, ну можно и так, двух вариантах, можно и как FLP и как Arduino IDE сохраню, кому как удобно, вот так и можете загружать, сделать, попробовать. Ну, я еще попрошу вот эту Самвелу, вот, у него там как бы все есть, там можно и через релешку вот эту схему, ну, эту программу, чтобы установил туда у себя, и у него все готово, только концы по-другому надо будет и попробовать, вот это как работает, попрошу, если человек сделает, попрошу, чтобы видео сделал, выкладывал, ну если сделает, посмотрим, не сделает, но ну, это уже как бы его дело, ну так. И еще вот эту тему я хочу развивать, разными сценариями сделать, кому интересно будет, в комментариях пишите, какие сценарии, чего, кому как. Ну, если от меня что-то смогу, могу помочь, поменять, по-другому делать. То есть можем эту тему развивать. Так что следите за публикациями. Да, и еще можете записаться на мой канал в YouTube. Вот это мой канал. ВКонтакте, группа у меня. Можете там тоже подписаться. Ну, чем дальше, тем интереснее, я думаю. Спасибо за внимание. До свидания.